Всем добрый день. По Максу. Макс приехал с компьютерной томографией. Провели мы онкопоиск, так называемый. Врачи визуальной диагностики подтвердили новообразование, которое мы нашли на УЗИ, и подтвердили тонкоигольной биопсией, что там есть какой-то процесс, да, но по компьютерной томографии есть и хорошие новости о том, что это новообразование больше похоже на какую-то больше механическую травму, да, то есть, но это нужно все равно все-таки исключать в виде гистологии. Механическая травма — это может быть следствие удара какого-то, да, и сальник завернулся, кровоизлияние было, вот, это может быть какой-то сгусток крови, который в дальнейшем в огромную гематому перерос и зарос фиброзной тканью. Плохая новость только в другом, что у него компьютерная томография подтвердилась травма позвоночного столба. Она такая достаточно специфическая, нет таких сильных переломов позвоночника, но есть мелкий фрагмент, который вклинивает в спинномозговой канал. То есть в этом и вся проблема. Сейчас на данный момент оцениваем целесообразность вмешательства, то есть снятие компрессии с этого отдела, удаление этих осколков. Вот. С ранами на задницу у него вроде бы разобрались, аппетит, жажда, все у него отлично. На данный момент как бы собака находится на поддерживающей терапии в виде обезболивания. Вот, наша сейчас первоначальная задача — это забрать участок или полностью удалить, насколько это возможно, очаг вот этого образования. Нам нужно сейчас удалить очаг этого образования, который там имеется, отправить его на гистологию, а дальше уже разбираться с позвоночником. Необходимость снятие компрессии с этого участка, удаление этих мелких фрагментов, потому что нас сейчас будем покатать, оценивать, насколько старая травма, есть ли фиброзные соединения какие-то в этой области. Вот, потому что парню больно, и нужно с этим разбираться. То есть на данный момент мы идем поэтапно, первично удаляем очаг новообразования, чтобы по гистологии подтвердить или исключить новообразование уже окончательно, и мы разбираемся с позвоночником, чтобы убрать максимальный болевой синдром. Добрый вечер, добрые зрители, доброго канала. С вами волонтер питомных животных и приют «Творит добро» Наталья. Сегодня наш ролик о Максиме. Все, кто ждал, кто переживал, кто сопереживал, хочу сказать вам большое искреннее спасибо. Спасибо за поддержку, она была очень для меня важна, потому что за 9 лет моей практики это был самый первый такой случай, который я просто не могла принять. Я не могла принять, понять, за что, почему, и, блин, честно, у меня просто... Я просто испугалась. Да, взрослый человек, я испугалась. Я испугалась действительно худшего, но... Взяв себя в руки и буквально перед поездкой на КТ, я написала Николаю Николаевичу, я говорю: Николай Николаевич, у нас 24%, и пусть они будут мои, пусть нам повезет. И, дорогие мои, нам повезло. У Макса не подтвердили саркому. Не подтвердили. Вот почему надо делать и КТ, и МРТ, когда этого требует доктор. Зато на КТ у нас обнаружилась проблема с позвоночником, где четко и отчетливо видно, если на рентгене это не показало, где отчетливо видно, что у Максима перелом позвоночника и перелом какой-то оскольчатый. Но плюс, конечно, не отходим совсем от того, что было видно по цитологии. У Максима именно в том месте новообразование. Новообразование, которое, возможно, получилось от кровотечения, образовалось в гематому. Но вы посмотрите ролик, и Николай Николаевич все объясняет в этом ролике. Максим будет жить. Следующие выпуски будут о Грише. Грише сделали операцию, о Гришеньке, о Милане.
Спасибо вам огромное всем, кто со мной, кто с нами, кто помогает поддерживать наш приют. Все наши просьбы, мольбы, помощи. Девочки, спасибо. Мальчики, женщины, мужчины, спасибо вам огромное, что верите, помогаете и вместе со мной спасаете жизни нашим пушистым детям. И впереди у Максима две операции. Первая операция – это обязательно по удалению гематомы, обязательно. И операция на позвоночнике. За Гришеньку я оплатила 50 тысяч пока за операцию. Ну вот, в какую сумму выльется операции Гриши Максиму, я пока не знаю. Но я, как всегда, обращаюсь к вам. Мы такая большая дружная семья. Нам нужна помощь для того, чтобы сделать Максиму две операции. Мы ждем, надеемся, и каждая ваша копеечка, соответственно, уходит на лечение им. Вы знаете, что у нас в клинике очень много пациентов, и спасибо вам огромное. Спасибо, что с нами, спасибо, что помогаете. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья.